делать, что я говорю. У нас 24, все верно. Но когда-то я и вот этот прекрасный человек Паша Биткастер написали песню под названием «Дискотека 2020». Я до сих пор помню, это было 5 лет назад. Это было лето, примерно это же время. Я отдыхал в Анапе, слушал всякую музыку. И я Паше засылаю демочки с телефона прямо. Я что-то тебе голосовые записывал, потому что я не работал. И я говорю, давай сделаем так. И я сижу у бассейна, время там уже часов 12 ночи, наверное. И слушаю все то, что мы придумали, накидывали. Я думаю, это без сомнения мощнейшая песня. Несмотря на то, что ей уже 5 лет, она разрывает до сих пор. И когда мы ее играем, есть какой-то вайб старых концертов, но сегодня происходит что-то особенное. Поэтому лишних слов не надо, у нас освободилось пространство в центре. Значит, также смотрим на мою руку, она будет сигналом, когда нужно бежать. А пока приготовьтесь, вспоминайте себя в то время и готовьте силы прямо в эту секунду. Погнали! Мы на таком же вайбе будем двигаться дальше, друзья. А
лето уже больше половины прошло.